Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет, друзья. Наконец-то HTC Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle показали на качественных рендерах. Следом за появлением первых подробностей о грядущих смартфонах линейки HTC Desire 10, знаменитый инсайдер Evan Blass, он же Evlix, опубликовал качественные рендеры Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle. По всей видимости, внешне оба аппарата будут полностью идентичными и отличаться лишь будут спецификациями. Поскольку в названии смартфонов есть цифра 10, то неудивительно, что многие элементы дизайна были позаимствованы у флагманов HTC 10. Среди них можно отметить объединенную светодиодную вспышку с лазерным автофокусом и кнопку включения ребристой формы. На задней стороне есть небольшая фаска, которая существенно меньше таковой в HTC 10. Под дисплеем расположились три стандартные сенсорные кнопки, а вот сканер отпечатка пальцев поместили на задней стороне над логотипом компании. Стоит также отметить большое количество золотистых вставок вне зависимости от цвета устройства. По имеющейся информации, HTC Desire 10 Lifestyle получит серию динамики Boom Sound Hi-Fi Edition с поддержкой 24-битного звучания. Вероятно, в Pro-версии они также будут присутствовать. На данный момент есть информация о технических характеристиках только Desire 10 Lifestyle. Аппарат получит 5,5-дюймовый HD-дисплей, неизвестный процессор Qualcomm Snapdragon, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти или 3 ГБ оперативной и 32 встроенной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру с обратной подсветкой и одинарной светодиодной вспышкой, а также 5-мегапиксельную фронтальную камеру с обратной подсветкой. Обе камеры будут поддерживать запись в видеоформате Full HD. На экране смартфона можно заметить виджет часов с датой 20 сентября. Это может быть подтверждением информации о том, что аппараты представят во второй половине сентября, так что будем ждать новых новостей. Всем спасибо, пока, подписываемся на канал, ставим лайки.